Фразу «место женщины на кухне» здесь обронить рискованно. Каждая через прогиб укажет, где чье место на самом деле. Мы сейчас в фейс-кам в тренировочном зале. Борисы готовятся к финальным поединкам турнира по вольной борьбе на призы Любови Волосовой. Можем ли мы с тобой побороться? Я весовую категорию до 60 килограмм. Ну, сейчас буквально пару приемчиков. Не смогу. Почему? Потому что мне нельзя тратить силы перед схваткой. В турнире участвуют только девушки до 16 лет в 11 весовых категориях. Это более 200 спортсменок из 28 регионов России. Нашу республику представляют 40 борец. Красноярский край занимала бронзовую награду всероссийских соревнований на призы Любови Волосовой. Я поздравляю тебя с победой. Красноярский край. Я смотрю, с трудом дала, со слезами на глазах. А чего? Волновалась. С чем волнение связано? Счет 0-6 у тебя. То, что не получалось... Главный приз, на самом деле, на этих соревнованиях – попадание в состав сборной команды страны. На отборочные соревнования, конечно, приезжает максимально большое количество регионов, и это для нас является одним из ключевых элементов этих соревнований. Для тех, кто не знает, кто такая Любовь Волосова, это двукратная чемпионка Европы, многократный призер чемпионатов мира и единственная спортсменка из Бурятии по вольной борьбе среди женщин, которая стала бронзовым призером Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году. Турнир проводится второй год подряд. Ну и на самом деле очень приятно. И как бы раньше как-то не осознавала, ну, олимпийская медаль, ну, как бы все равно одна гордость. А здесь, когда еще дополнительно стали проводить турнир, ну, это еще больше, да, больше уверенности. Сейчас выигрывает представительница Бурятии со счетом 6-1. Тоже, когда она проигрывает, мне тоже бывает жалко. Ну, так сама хоть тоже выиграть. И не жалеть надо за соперницу. Может быть, на другое на соревновании встретим, может, она меня выиграет, может, я ее там с другим же счетом. Алтана Манкуева, Артур Звержевич, телекомпания АТВ.